Привет, я Бен Стиллер. Ой, я снялся в очень многих фильмах. Вот. И в мультиках тоже. Вот, например, в Мадагаскаре я там был. Я озвучивал Алекса Льва. Да, вот звонили, говорят, новый Мадагаскар будут делать. Но вот не сказали, где же будут снимать его. Или... Словакия. Или... Уругвай. Может быть... Никарагва. Или... Бразилия. Или Бразилия? Ну где же, будут снимать новый фильм про Мадагаскар? Так, ну, Гуфи. Да, я Гуфи. Собрал команду? Да, Микки Маус сказал, что надо собрать команду, ля дошкаля. Ну давай посмотрим, кого ты тут собрал. Так. Я собрал Бэмби. Мама, где моя мама? Бо Пип. А как же мои овечки? Кто же их пасти будет? Суперкот. Кайло. Скай. Проказник Энджело. Будет так, как я скажу. Будет все по правилам Энджело. Олег, Кэтбой и Гекко. Ю-ху! Мы готовы, вперед, в путь. Колин Фандермен. О, а что тут вообще надо делать? Помогать. Я первый раз. Помогать людям. Ну, попробую. И Гомер. Гомер Симпсон. Ю-ху, пончики. О. Пончики. Я знаю, что надо делать. Ну и что надо делать? Искать страну. Нет, я хочу искать пончики. А я сказал... Надо пожалеть папу и дать ему как следует выспаться. Вот и пончиков много. Здорово! Миу, 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 миу. Ура! Все, я пошел спать и пончики жрать. Спасибо, Карамелька. Так, что же мне делать? Или страну искать, или играться с этими куклами? Я хочу поиграться. Я в детстве не наигралась. О, конечно же, Поиграемся, А что ты предлагаешь? Мультики посмотрим. Вау, мультики, ты голубой. Какие мультики? Я предлагаю Маша и Медведь. Поехали, полетели. А, вы куда? Они в мультики играть пойду. Кто играть, то спать, то жрать, то мультики смотреть. А работать кто будет? Спроси у Моуни Макфина. Япония, Италия или Великобритания? Так, сейчас посмотрим. Словакия. Уругвай, Никарагва. Нету. Нету тут таких стран. Ну и ладно. Как может быть не быть Италии? Моей страны, моей родной страны. Это неправильные какие-то книжки у вас. Италия — это самая крутая страна в мире. Ух ты. Ну, а ты на что намекаешь, Скай? Ферма. Ферма. Ферма? Тут гоняются овечки. Овечки. Овечки пасутся. Кто еще там? Лошади пасутся. Лошади. Где? Кто сказал овечки? Где овечки? Вот. Я иду к вам, бедненькие. Ну хоть скажите, где эта ферма находится? Ферма в Словакии, наверное. Словакия — первый балл. Круто. Так. Я антифокусник, но обманщиков не терплю. Да?
Ну? Старый Жак вез твой кратер. Душа должна быть молода. Похоже, ты со мной согласен. Конечно, да, конечно, да, конечно! Тан-т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 ан. А фокус мог сказался красный цвет. Да? Ну давай посмотрим. О, есть! Словакия, второй балл. Ты где тут? Нет. Словакия, второй балл. Заяц, чего ты смеешься надо мной? У тебя нету головы. Чё? Есть у меня голова, не надо меня тут обижать. Вот так тебе и надо, заяц. Будешь знать, как меня обзывать. Азбука суперкот. Ну, это задание для настоящих суперкотов. Не подходит. О, утенок. Какой еще утенок? Слон. И слон? В Магадаскаре были слоны? Были. Словакия, третий балл. Белка. Белок я там не видел. Я заблудился. Где же моя мама? Зимой твоя мама. Холодно, мне холодно дому. А, подарки на Новый год. Значит, я тоже могу заказать что-нибудь Деду Морозу. Сначала зеркальце скажи. Свяго зеркальце скажи, да все правда, давай. Где Стилару сразу найти? Бразилии, Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло. Первый балл. Круто. Стилер в Бразилию полетит, там тепло, там хорошо. Йо-хо-хо! 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 О-хо-хо! Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Ах, перестань, мне голова болит от твоего йо-хо-хо! Пират скажет, как он сказал. Словакия, нет. Уругвай. Нет. Никарагва. Никарагва. Никарагва первый балл получает. Йо-хо-хо. Перестань, Гуфи. Ладно, перестану. Юху, пончики. Ой, поел. Ах, теперь можно поспать. Гомер, ну сколько можно? Жрать да спать. Да. Ничего больше ему не надо в жизни. Как только жрать да спать. Слушай песенки. Да? О. Лето круглый год. Где тут у нас лето круглый год? Уругвай. Первый балл. Никарагва. Второй балл. Бразилия. Третий балл. Ну во, молодец. О, что я вижу? Овощи. Ням-ням-ням-ням-ням. Я не могу выдержать! Я обожаю овощи! Так где же это? Овощная ферма такая находится. В Никарагва! В Манагуа! Третий балл Никарагва. О, ну а вы что мне маски посоветуете? Какой транспорт? Самолет! Самолет! Самолет летит! В Никарагву! Четвертый балл Никарагва. А поезд едет в Бразилию. Четвертый балл Бразилия. А машина едет в Уругвай.
Третий балл Уругвай. Ну все, все, хватит, совсем запутали. А теперь азбука. Кто учит азбуку теперь? Я! Давай. Я самый крутой азбукмен в мире. Давай. Не трогайте мою шевелюру. След? От чего? От зверей Мадагаскара, Словакия, 4-й балл. Вот, о, только не это. Ой, ненавижу рано вставать. Вот азбука Sky. Давай вот азбуку Sky. Давай. Бабочка. Бабочка? Вообще-то собаки не бегают за бабочками. Самовар. О, чайку попьем, Словакия, 5-й балл. Удочка. На рыбалку сходим, Уругвай, 4-й балл. Ножницы. Только не ножницы, не трогайте мои волосы. У меня классная шевелюра. Ух. Привет, давай знакомиться с самыми полезными автомобилями. В лужу, грязь и бездорожье рвется мощный внедорожник. Вау, джип! Да, да, мне нужен джип, мне нужен джип. И куда ты на джипе поедешь? В Словакию. Словакия, 5-й балл. Ура, у меня джип, джип. Тан-тан-тан-тан-тан. Привет, малыш. Давай посмотрим, сколько всего интересного находится на нашей полянке, которая кажется пустой. Ух ты, там же букашки. Букашки. А, надо посмотреть, сходить с букашки. Суперкот, ты не можешь спросить, есть ли на ферме моя мама? Вот твоя мама. Это же коза. Нет, это лама, твоя мама, лама. Лама, моя мама? Мама, мама, мама. Стойте, вы же не сказали страну, в которой находится ферма. О, в Уругвае, конечно, да. Уругвай, 4-й балл. Ну что, ребята? Кто мы? Как? Да, мы настоящие буки-бяки. Вы даже мне, знаменитому Бену Стиллеру, не смогли ничем помочь. Бестолочи. Хорошо, что у меня есть главный эксперт, кто может нам помочь. И это у нас... О, Сэмюэл Л. Джексон. Привет, крутик. Крутяк, нищак. Где будет сниматься новый Мадагаскар? Новый Мадагаскар будет в... Никарагуа. Никарагуа. Что там такое? Радуга, смотрю. Горы какие-то песчаные. Да, там явно не хватает веселья. Итак, знаменитый Бен Стиллер отправляется на съемки мультфильма «Мадагаскар 4. Никарагуа. Манагуа». Ждите в кинотеатрах.